Наверное, потому что это мое чужое чувство, одновременно радостно. И почему-то грустно. Наверное, потому что все это мое чужое чувство, одновременно радостно. И почему-то грустно. Привет, ребята. Почему мне никто не пишет? А, пишет. А я водичку пью. Сколько время? Ребята, время у нас 15:28. Мы сидим в академии, ждем вечерней школы. А у нас перерыв сколько? 3 часа? Уже начала школа. 15:30. Нет. 16:20. У нас теперь новое расписание. Короче, 16:20. Пары у нас закончились в 12:30, и мы вот ждем 4 часа. Ребят, 4 часа. Вот такие вот у нас дела. Связь плохая, извините, может. Эти как я. У кого-то есть соседочка? Нема. Ничего не меняли, я бы в пятницу приходила, была за рубеж. Вечерняя школа до скольки? Вообще до 8 или до 7? 7:38. Я туда не часто. Не на все уроки иду, потому что мне на 6:30 в студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Где Шапика видели? Мы его видели в Арома-бар. Настя с ним сфоткалась. А я просто посмотрела и снимала трансляцию. Прям. А можно? Потому что сейчас смотрю, я так слышишь, вот она не дает нормальных песен, да? И еще вот такой. У нее есть выдающиеся ученики. Она не там, да? Ты ходишь с сумкой, нет, с рюкзаком. Все, вот ребятки. Можно прижимать вот так вот этими учениками. Такая. Для вот так вот. У нее вообще их нету. Как сралась. Настя. Я не знаю, где висит. Учитель. Ну, это этот, как он? Мужчина? У меня пара. Да. Вот друг будет звездой, я, блин, останусь с этой книжкой легко. А чё друг будет звездой? Ну, примакал. Ещё просто. Да, ну это такое. А у кого друг в этом, у педагога, у кого? Примак. Кто это? Чувачок. У Песецкого тоже ведёт. Хороший? Такой. Строгий. Елена, тебе нравится твой педагог? Ну да, она тупа. А Алине не нравится Бондарь. Кому? Алине. Ты у Бондарь? Нет. А там Яковле, да? Yes. Яковле? Да. А ты видела ее? Нет, я не видела. Я просто знаю, что есть такая. Как перепутала, думаю. Она молодая? Ребята, у меня не кривые зубы. Я недавно брекеты сняла. Они не могут быть кривыми, понимаете? Ну да, я не кривая. Пишут вот так. Ну как знаете, вам лучше писать. Дебылы, дебылы, дебылы. Ну что? И получается, вот это Яковлева. Руслан. Ну она типа полненькая рыжая. Ну не рыжая такая, типа. Рыжеватая. Ну типа, 40 где-то. Все, ребятки, пока.